приветствую на своем канале. Сегодня у нас такая вот будет распечаточка. Эта посылочка заказывалась на сайте AliExpress в Китае. Это автомобильная зарядка, то есть разветвитель автомобильный всовывается в прикуриватель и получается там 3 или сколько такой вот разветвитель. Цена не мелкая, 10,56, такая она и есть в долларах. Пришла новой почтой, так как и многие сейчас посылки с Китая приходят новой почтой на Украину. Или Мист Экспресс, или новая почта. Это пришла новой почтой, пришла довольно быстро, 16 дней, и она у меня в кривом рогу. Так, давайте посмотрим, что здесь за такой девайс. Это, если честно, не мне, а вот, поэтому я точно даже и не знаю, что это за девайс у нас такой. Так, значит, ну тут все как бы понятно. Значит, такая штука всовывается в прикуриватель. Здесь два разъема под USB. 1 ампер и 2 ампера. 2,1 ампер заявлено. Ну и это обычный разветвитель. Ага, вот еще есть один. И вот еще один. Так, значит, смотрите. У нас получается 4 разъема USB. Так, это, наверное, включается каждый, какой вам нужен. То есть вот у вас 3 прикуривателя, ну типа 3, разветвитель такой. 3 вот таких девайса можно всунуть. Вот, а это их включать. Для того, чтобы они постоянно не работали. Ну, это заказывалось на классику. Я думаю, в иномарке такие девайсы не ставят. Значит, что у нас тут получается? Здесь два разъема. 2, 1 ампер и 1 ампер. И здесь получается 1 ампер. И здесь 2,1 ампер. Ну, в принципе, я могу протестить ее. Сколько же она на самом деле выдает ампер. Ну, давайте поставлю паузу. Я не думал, что здесь есть разъемы USB. Вот, давайте сейчас поставлю паузу, принесу лабораторник, приборчик свой для теста и попробуем посмотреть, сколько же здесь на самом деле ампер. Итак, давайте продолжим. Значит, есть вот такая вот у нас приблуда. Вот, для теста разных делов. То есть ссылка будет на нее под видео, и есть у меня обзор на нее, для чего она, что она и как. Так, давайте подключим наш чудо-устройство. Так, ага, вот так вот оно выглядит. Вот такая вот подсветочка загорается кнопок, и здесь подсветка горит, и здесь кнопочки горят. Ага. А когда нажимаешь, она притухает, и здесь получается она тухнет. Вот такая вот, а нажал, то есть та, которая потухшая, та сейчас работает, получается. Ага, и здесь показывает 12,8 вольт. Еще и правильно показывает. Смотрите, 12,8. Еще и такой вот вольтметр. Ну что ж, давайте попробуем, что у нас здесь. Что у нас здесь получается. 5,18. То есть 5 вольт есть. Выставляем 1 ампер.
я всунул в 2.1. Но я больше чем уверен, что эти два порта, они запараллелены. Поэтому что в этом будут показатели одинаковые. Ну, давайте будем пробовать. Так, как-то мне чуть-чуть неудобно это. Так, давайте я, наверное, всуну и посмотрим. Да, 1 ампер мы вытягиваем, 0,97 ампера. Вот, давайте попробуем 2, 1,87. Вы знаете, удивительно, но заявленный ток... 2-амперный разъем выдает 2 ампера. Давайте попробуем 1-амперный. Так. Я думаю, что здесь все будет то же самое. 0,97, 0,98. И переключаем тех же самых 1,9 ампера. То есть, как я и говорил, что эти два разъема, они запараллелены, то все, что написано, абсолютный бред. То есть, это все одинаковое. Ну, давайте попробуем и в этом. Что у нас в этих разъемчиках? Так, 5,12 здесь у нас показывает. Ну, давайте попробуем подсоединить 1 ампер. Так, 0,98. То же самое, что и 0,99. То же самое, что и здесь. Давайте переключим на 2 ампера. 1,92, да, все разъемы запараллелены и показывают, что здесь два разъема, что здесь будет одинаково. Это я всунул в 2,1 ампера, вот у нас 1000 миллиампер. Давайте попробуем сюда, сунем сразу нагрузочную вилочку, включенную на 1 ампер, и попробуем. И того, что мы имеем, да, 0,98, 0,99 ампера. Давайте переключим на 2. Вот вам 1,95. То есть тот разъем, который написан на 1 ампер, на самом деле 2 ампера выдает. Ну, это везде так, во всех китайских приблудах такого плана. Все оно пишется так от фонаря. Значит, поверхность у нас глянцевая, гладенькая, прикольная. Вот есть 3M-овский двусторонний скотч. Я так понял, это сюда клеится, и клеится где-то на торпеду, где вам удобно. Вот. Шнур, конечно, дубовенький. Ну, такой. Ну, дубовенький. Вот такой вот у нас был обзорчик с небольшим тестом. Кому нужна такая штучка в машине, пожалуйста, переходите по ссылке, заказывайте. Цена, напомню, 10,56 долларов. Так она и есть сейчас, я проверил. Дешевле я не нашел. Значит, цвета есть у продавца разные. Ну, как разные. Черная точно помню, не помню, какая еще. Черная, белая и, по-моему, еще какая-то третья. Я не буду обманывать. Перейдите по ссылке, посмотрите. Ну, в принципе, все. Самое главное, ну, сделано добротно. Сделано качественно. Как видите, свои показания, те, что написаны, заявленные, она выдает. С таким вот вольтметром. Здесь отображается на входящее напряжение, то есть 12,8 вольт. Ну, сколько я выставил, столько здесь и отображается. Вот такой вот девайс. Всем спасибо за просмотр. Кому мое видео было полезно, ставьте лайки.
Вот, подписывайтесь на мой канал. До встречи на моем канале. До свидания.